что делать со злостным сорняком, которого травят из года в год, а чудесные таблетки так и не находятся. Несколько дней назад к нам в садовый центр пришел человек с одним большим вопросом. Как протравить борщевик? Естественно, он пришел за чудо-таблеткой либо за чудо-средством. А его, как выяснилось, не существует. Все, что мы видим, наше государство регулярно травит, обочины регулярно зарастают. И единственные меры борьбы – это обработка полей. Об этом и обо всем все, что связано с борщевиком, у нас есть отдельное видео. Ссылка, естественно, тут будет чуть ниже. Сегодня не об этом, а сегодня о том, как боремся с этой проблемой мы. Вам не нужна чудо-таблетка. Средство продается в больших сетевиках, если у них есть садовый отдел. Но маленький секрет. Читаем инструкцию. Разводим 6 мл на 5 литров воды и опрыскиваем по вегетирующим сорнякам после первого укоса. Борщевиком это не работает никоим образом. Во-первых, чем больше лист, тем больше средства он на себя возьмет. Это первое. И второе, при той концентрации, которая написана, нам ничем не поможет. Вот такая полулитровая банка разводится на 10 литров воды. И желательно в отсутствие солнца, чтобы себя родного не повредить, опрыскивается вся листва. Желательно с двух сторон, если есть такая возможность. Нет, хватает и одного раза. До ближайшего дождя должно быть минимум 2 часа. Этого времени вполне хватит, чтобы средство начало впитываться в лист. Главная наша проблема в борьбе с борщевиком – это не плохая химия, а именно соседи, которые, не дожидаясь результата, приходят и скашивают. Но главное – запаситесь терпением, потому что первые хоть какие-нибудь результаты, я не говорю уже о таком, будут видны минимум через неделю. Неделю это растение испытывает нашу нервную систему и абсолютно замирает. Дальше начинает увядать и в итоге пропадает целиком, оставляя нам маленький сюрприз. Все семена нашей травы, которые мы до этого внесли в этот газон. А на этом все. Удачной борьбы с борщевиком. Пока-пока.